Ну идем, я готова. А почему они это не взяли? А где ланчбокс? Ланчбокс! Ланчбокс! Быстро, быстро, быстро! А где? Почему она уже не сидит? Костя, ляма, она не сидит. Ой, ты моя мамочка. Вот для нее вот этот как раз. Не, я имею в виду просто сесть, чтобы она попробовала ехать. А, я пробовала. Так, и крути педальками, Габи. Не, она сюда. Крутка она сюда. И поехали. Она завтра. Она вообще не крутится. Она завтра ногу забила. И дочка смешная, правда, Габи? Чтобы мы за эту шапку не забыли заплатить. Вот это наборы для рыбалки, это для девочек. Вот там удочка, очки, это типа, не знаю что, поплавок, и это, видимо, там, где корм. Это для мальчиков. $27. Это, да, не надо это трогать, пожалуйста. $27. Вот для девочек удочки. Я вообще в шоке. Это чтобы папе составляли компанию для мальчиков. По $17 удочка просто. For family. Да, просто для деток такая общая. Какие классные. Не, мы это не берем. Мы такое не кушаем. И это тоже, мы не кушаем такое. Зачем ты сюда пришел? Это надо идти в отдел, там, где для пива. Все, идемте отсюда, иду, отойди отсюда, пожалуйста. Идите туда, в ту сторону, в ту сторону. Идем, я готова. А почему они это не взяли? А где ланчбокс? Ланчбокс! Ланчбокс! Быстро, быстро, быстро! А, на полу. Доброе утро, Айдошка! Сегодня у нас воскресенье, и мы приехали в музыкальную школу, в которой вчера прошли ассесмент-тест. Сейчас пока что еще закрыто, мы оказались первыми учениками, пришли на 5 минут раньше. Вот. У нас хорошая учительница. Hi guys. Так, если будем открывать эту коробку, это... И да, на меня. Это крышка для нового компьютера. Run!
Papa. I thought it was for me, but I'm getting Papa's old computer. I'm gonna get it right now and I'm gonna use it. Так, это клавиатура. Видно эту клавиатуру? Да. Let me see the Да, я открываю новую. Сейчас приходит компьютер. Papa, you're lucky you get that. I want that. Я заработал, Лидо. For doing what? Работа. What kind of работа? Computer science. Computer science? If I do can I open it up and can you do a video? No. Давай, открывай. Не, Доша, подожди, да, аккуратненько так. Давай, опа. Oh. Так, все, это все, это весь компьютер, да? Oh, that's... So это, has a pen? Да, это он есть pen. You could use a pen? Да, ты можешь use a pen. Can I sometimes use it, Papa? So use a pen, you use it like that. На, пойдет здесь, я покажу. I'm gonna show them the pen. There it is. Ta-da. Let's take an iPad. Сейчас я дошла. Нет, фотографируй меня, чтобы ты видел. Я сейчас покажу, как пользоваться ручкой. Yeah, guys, it's kind of cool. You use the ручка to move the computer or you use your hands. English. Подожди, это что? Oh, you could use your hands. А, да, ты можешь use your hands. Да, точно. Could use your hands. Видно, вот так. Вау, какой компьютер. Press to hold the top. Он не играл, он программировал. Да, секунду, Габриэль. Вау, это экран, отдельная клавиатура, отдельно. Папа, can I get it? Это ручка. It's for moving the computer, and you can also use your hands. Сейчас кто заработает. А, там он типа соединяется? Да. Габи, это красивый компьютер у папы, да? Папа, I want to have it. Да, аля, и клавиатура тоже аля. Потом будем этим пользоваться. Потом будем ручкой пользоваться. What's this? Все, bye, да. Bye, guys. Bye, guys. Работаем, рисуем, да, Габи, скажи? Рисуем, пишем, занимаемся в Дошкиных материалах школьных. Молодец, как красиво все закрасила Габи. Умничка. Да, и буквы там написаны, да, разные? Буквы тоже закрасим. Молодец. Умничка. Так, Идошка, у нас рабочий день заканчивается. Идоша делает ресерч на своем компьютере, который папа ему подарил по поводу футбола. Записи делает, да? Разные, кто сколько голов забил. Записывает, все отмечает фломастером, да, Идоша? Угу. Что ты записываешь у нас? Ой, как красиво, это у тебя сокер. This is going to be my title, Idol Soccer Research Book. О, молодец. I'm going to make tons and tons of pages. It's going to be my research book about soccer. Молодец. В общем, он изучает все про сокер сейчас и конспектирует. А вечером ходит на поле в обед, и мы играем, да? И ты все, и голы отбиваешь. Yeah. Так что тут работа кипит полным ходом. А у мамы... Тут лопатки варятся, а здесь у меня картошечка с
фасоль, не фасоль, это стручковая тайс-костка, которую я брала. Просто картошечку мелко я нарезала кубиками, добавила вот эту свою приправу кег, которая с перцами, с чесноком, с приправами, несколько ложек чайных, или можно сказать 2 столовые ложки масла растительного. Все это смешала, и вот это просто в духовке затушивается у меня. Ждем папу. С Идошей после папье-маше, которое мы делали, остались бумажки, и Габи решила их резать. Она решила научиться пользоваться ножницами. Вот здесь она уже как бы порезала, здесь она уже училась. Она продолжает тренироваться. Как Габи режет? Покажи. Ты вот так держишь и режешь? Да. Ты травку делаешь какую красивую. Ой, как красиво. Молодец! Ой, вырвали. Осторожно пальчики, хорошо? Габи, хорошо? Осторожно пальчики, чтобы ты не порезала. Вот так вот Габи режет, вот так держит она. Ну, понятно, что в этом возрасте бесполезно учить, как правильно держать ножницы. Хорошо, что она хотя бы их держит так. И понимает, что пальцы не надо резать, да? Ты молодец! Скажи ножницы. Скажи ножницы. Дека. Дека. Скажи scissors. Дека. Scissors. Дека. Ти моя ляля. Вот так вот. Учимся. Идошка лепит. Делает. Вот мы сегодня. Не сегодня, уже вчера делали. Сегодня доделывали этот папье-маше. Делаем такую мисочку красивую. Вот какая она у нас уже высохла со вчера. Сегодня мы ее еще там докорректировали. Завтра будем уже ее украшать. Так что вот такие у нас поделки на летних каникулах. Так, сейчас время горячих бутербродиков. Габи раскладывает. И Идошка раскладывает. Не, Идо, на одну сторону. Не надо на две стороны ставить. Молодец, Габочка накрыла. Дай мама поцелует. Молодец. Вот, все, Габи может идти садиться на диванчик. Мама сейчас... Не-не-не, это подожди, это надо сделать, подожди. Мама сделает там и потом принесет Габочки. Иди садись на диванчик, жди, мама сейчас принесет. Молодец, первый пошел. Не-не, неправильная душа. Это нужно вот так, такой же стороной вот так ставить, понятно? Все, Идошка сделал, какой молодец, дай Тёмочку. Мяу? Я закончу, я сделаю. Все, идите, садитесь. Все, Идо, хватит. Это не one more, это ты взял 10 more. Вот, детки сделали. Сейчас будем им запекать.